Уважаемые жители нашего любимого города, 75 лет Великой Победы. Мы чтим память тех, кто погиб, сражаясь на полях Великой Отечественной войны. Если бы по каждому погибшему нашему соотечественнику объявить минуту молчания, то мир погрузился бы в молчание на долгих 50 лет. Такова цена победы. Мы чтим память тех, кто прошел Великую Отечественную войну, трудился на полях, трудился на заводах по восстановлению нашего хозяйства, но не дожил до сегодняшних дней. Вечная слава и вечная память героям. Во время Великой Отечественной войны 41 по 45 год из нашего города ушло на фронт 950 мужчин. Из них 523 не вернулись с полей сражений. Их имена увековечены на стеле около Вечного огня. Мы сегодня чтим тех, кто сегодня с нами. В Сарове проживает 29 участников Великой Отечественной войны, 519 тружеников тыла, 32 жителя блокадного Ленинграда и 25 несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Мы в преддверии Дня Победы вручили всем юбилейные медали президента 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Мы сегодня благодарны тем, кто и сегодня помогает нашей стране укреплять обороноспособность, помогает нам жить и трудиться. Это сотрудники Росатома, это сотрудники нашего градообразующего предприятия ядерного центра, гаранта мира на Земле. Это вооруженные силы и правоохранительные органы. И, конечно, поздравляем с праздником всех жителей нашего города, потому что мы все с вами работаем на укрепление обороноспособности нашей страны. Праздником! Днем Великой Победы!